прикинь, завтра реально конец света будет. Не, не будет. Почему? Ну, меня предупредили. Я все понимаю. На орбите по семье скучаешь. Ровно в 8 часов 19 минут гигантский астероид пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты. Мира, дозвонись до Леры. Лера, посмотри в окно! Отвернись!
Назад! Арабова, слушай! Послушай, запомни, что бы ни случилось, мы должны держаться вместе. Вместе, поняла? Отходи! Что делать? Как же это я? А где он проснул? Сейчас. Девочка, ой. Лиз, по-моему, душно. Надо в машину. Подожди, куда? Мне больше 2 килограмма нельзя поднимать. Молодой человек, иди сюда. Счастье, помоги нам. Подними, ради бога. В машину, помоги, давай. Ради бога, в машину. Держи. Сама ведь засунет куда-нибудь, а виноват Рома. Да? Рома. Я их в прошлый раз вообще в холодильнике нашла. Вот что они там делают? Скажи, Рома! Держите! Муся! Муся, где моя кошка? Где кошка? Все, успокойся, Таня, успокойся! Успокойся, Таня, все. Араба! Спокойно! 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 Без паники! Спокойно! Осторожно! Черт! Выходите! Выходите из машины! Быстро выходите!